В четверг, 30 июля, городской округ Затофокино с рабочим визитом посетили губернатор Приморского края Олег Кожемяка и депутат законодательного собрания Геннадий Лазарев. Одна из целей посещения главой региона Фокино – проверка исполнения концессионного соглашения между правительством Приморского края и группой компаний «Полипластик». Глава региона в ходе поездки совместно с депутатом законодательного собрания Геннадием Лазаревым осмотрел участок теплотрассы, которая в данный момент реконструируется. Прибыв на объект, высокие гости застали лишь нескольких рабочих. Подрядчик разрыл траншеи, вырезал старые трубы. На участке протяженностью более 180 метров рабочие сейчас занимаются сваркой новых труб. Работу подрядчика, выполняющего замену теплосетей, губернатор признал неудовлетворительной. До начала отопительного сезона осталось чуть более 2 месяцев, реконструкция же теплотрассы производится с сильным отставанием от графика. В результате инспектирования объекта губернатор обязал подрядчика устранить задержку в ремонте к 1 сентября. Также министру ЖКХ Приморья Олег Кожемяка дал указание создать рабочую группу для контроля за ходом выполнения работ на проблемном участке с предоставлением ежедневной отчетности о проделанном. Губернатор напомнил, что работы на коммунальных сетях необходимо проводить быстро и слаженно, не отключая от услуг населения на длительное время. Важно, что неудовлетворительная работа подрядчика задерживает выполнение программ по благоустройству города. Состояние теплосетей Фокино на сегодня комментирует главный инженер ИКС Фокино Алексей Салутенко. Протяженность теплотрасс у нас по Фокино порядка 30 километров трубы, если брать двухтрубную. Исчисление где-то 15 километров. Угу. Как обычно считается двухтрубное исчисление, значит, получается где-то порядка 30 километров. По Дунаю у нас, значит, в двухтрубном исчислении 10 километров и по Путятину там 1,5 километра. Что касается по Фокино, значит, сети второго контура 12 километров, значит, 440 метров, все опрессованы. Частично участки заменены, он практически готовность сетей второго контура где-то порядком 80%. Значит, 7 ЦТП, которые находятся, они тоже, в принципе, значит, готовы у нас на сегодняшний день 4 ЦТП 100%, 3 ЦТП готовность порядком 80%. Центральные тепловые пункты. Значит, оборудование на этих центральных тепловых пунктах, насосы отревизированы. Значит, водоподогреватели прочищены, опрессованы, то есть вопросов там не возникает. Значит, и проблем здесь с этим нет. Значит, горячее водоснабжение тоже практически готово, сети горячего водоснабжения от ЦТП по второму контуру. Вот. Где-то частично меняется еще, потому что сети очень ветхие. Вот. Значит, ну, практически все опрессовано и где-то, наверное, процентов... Как я уже сказал, процентов 80 у нас сетей готов. Вот. Что касается по сетям первого контура, значит, по инвестиционной программе идет замена. Были небольшие сбои, сейчас практически материалы все поставлены. Вот. Половина, ну, где-то больше, наверное, 50% материалов у нас есть. Поэтому начинается активная стадия, значит, завершения работ по замене сетей первого контура. В завершение губернатор Приморского края провел совещание в кабинете главы городского округа Александра Баранова.